И первый вопрос. Как я могу купить любовь товарищей своими действиями? Дайте несколько хороших советов. Как я покупаю любовь товарищей своими действиями, своими поступками? Представьте себе какого-нибудь такого товарища, как скала. Ну, какой-нибудь там, кто-то как Муши или Иран Шиевец. Кто у нас еще такие? Такие вот. Гоша, говорят. Кто еще? Несси. Убар? Нет, он очень мягкий. Он такой, как вата. Так как же я покупаю его любовь? Ну, что я должен сделать? Ну, вперед. Вопрос. Понятно, что во всех мы видим изъяны, верно? Пороки. Как сказано, каждый видит, исходя из своих недостатков. Я вижу весь мир из своего злого начала, через свое желание. И так, когда я вижу его таким, так это проходит через мой фильтр, и этот некрасивый, тот глупый, этот такой. Короче говоря, я таким образом всех осуждаю, критикую. Вопрос следующий. Относительно чего я делаю отмену? Вопрос. Ну, вперед. Направленности к цели как можно меньше меня. Если я, сказано, каждый отрицает в своем недостатке, если я так смотрю на мир, и тогда я для того, чтобы достичь истины, должен отменить себя, тогда, по всей видимости, я отменяю свое злое начало, я отменяю свое видение испорченное, когда я вижу все своими глазами, все в собственных интересах. И если я отменяю это, я должен увидеть мир истины, правильно? Да, логично. Сейчас вопрос. Какой же должна быть моя молитва? Как я прошу? Что я прошу? Ну, толстяк, давай вперед. Если я хочу отменить свою критику, по отношению к миру, отменить свое «я», потому что что во мне есть? Какая суть? Злое начало. Когда я просто хочу отменить всех, теперь я говорю «нет». Я хочу отменить свою критику, свое злое начало. Вместо того, чтобы отменять всех, я устраню его. То каким же образом я должен молиться, чтобы достичь успеха? Вопросы нетрудные. Я спрашиваю их, чтобы они немного вырезали, оставили отметину вам в сердце. Это цель. Пожалуйста. В комнате. Молитва. Против чего я должен отменить себя? Перед равом, товарищами, желанием получать, творец, семья. Перед чем я должен отменить себя? Относительно кого я должен стать убаром, зародышем? Может быть, перед всеми вместе? Может быть, есть такие, которым я могу немножко пренебрегать? А потом, может быть, есть порядок отмены себя? Сначала перед товарищами, потом перед равом, потом
перед внешним обществом, семья тут где. Что вы думаете? Относительно кого я должен отменить себя? То туда я направлен. Я спросил, относительно кого или чего я должен отменить себя? Да? Я не чувствую пока что вот так вот во всем этом зале четкого мнения. Что мы об этом думаем? Пожалуйста. Уже своих товарищей. Вопрос. Вы хотите знать ответ? Да. По отношению к цели, к целетворению, мы должны отменить себя. Поэтому не интересует меня рав, группа, книги. То, что я представляю себе, это все я представляю. И Творца я представляю себе. Кто знает, что я себе представляю, что это Творец? Может быть, это вообще? Может быть, я представляю его, это совершенно противоположно. Ангел смерти. Кто знает? Это ведь все человек себе представляет. Поэтому цель творения, которая является слиянием всей реальности вместе, где я там отменен, по отношению к этому я отменяю себя. И в соответствии с этим вы, может быть, больше поймете вопрос, как оставаться в самоотмене, как, в которой я нахожусь сейчас, при выходе моем во внешний мир через несколько часов. Вопрос понятен, или вы хотите, чтобы я повторил его? Как оставаться, по крайней мере, в состоянии самоотмены? Если мы будем находиться в такой же самоотмене, как сейчас, мы сразу же раскроем все, без всякой проблемы, несмотря на все те помехи, которые придут. Если мы останемся в той же мере связи, как сейчас, нет сомнения. И вопрос такой, как мы остаемся в состоянии самоотмены, которого мы достигли сейчас, объединения, самоотмены, ощущения группы, ответственности, серьезности. И есть что-то, что даже невозможно назвать каким-то именем. Как мы останемся в этом, несмотря на то, что мы выходим во внешний мир? То есть, несмотря на то, что приходят к нам всевозможные явления, события, которые путают нас. Я выезжаю на шоссе, выхожу на улицу, повсюду захожу во всевозможные места, прихожу домой, и уже по пути я уже вхожу в другой мир. Как я, когда должен находиться в другом мире, остаюсь в том же внутреннем состоянии, как и сейчас. Попробуйте посоветовать друг другу, что делать. В общем, впечатлитесь от того, что говорят товарищи, это очень поможет восстановить. Вопрос. На этот раз я виноват. Вопрос немножко, может быть, такой кажется для любителей учиться. Что называется личным управлением? Что такое личное управление? Что вы думаете? Просто так, согласно словам. Не начинайте думать, что написано там, каким-то образом. Да, просто что называется отношением частным? Что такое частное? Так что это такое? Личное управление. Ты же любишь мои умные вопросы. Управление.
Личным управлением называется, когда мы раскрываем Творца как доброго и несущего добро для хороших и плохих с абсолютно всем, в состоянии, где все предписано заранее, и все выстроено, и все готово. То что же остается нам для наших усилий? Почему это личное управление не отменяет то, что мы раскрываем, как доброго и несущего добро, как абсолютную любовь и так далее? То есть, что я тогда должен сделать в соответствии с тем, что я слышу, что есть личное управление? Как моя отмена, скажем так, спросим, как моя самоотмена в каждом состоянии помогает мне раскрыть личное управление? И все картины личного управления соединяются в абсолютную взаимную любовь между нами. Трудно? Хорошо. Ладно, вы уже устали. Последний вопрос. Ладно. Самый последний уже, я обещаю. Что за изменения происходят во мне на протяжении теперешнего конгресса? Какое изменение произошло во мне на протяжении теперешнего конгресса? Кроме того, что я поправился, может быть, но вперед, толстяк.